высадился на острове Зеленая Луна. Это радио 0263. Пришел где-то оттуда, с той стороны Гребенской губы, приблизительно 6,5 километров расстояния. Вот. Там вот дальше, за мысом, остался радио 02111. Увы, туда я уже не попаду. Бензина не хватает. Ветер 3-6 метров. В общем-то, там нет укрытий. Километров 12 надо идти по открытому морю. Радио 0263. Остров Зеленая Луна. Здесь вот очень интересное. Как будто плитами большими выложена поверхность. Непонятно, как так получилось. Вот самая верхушка. Остров вот продолжается в ту сторону. Дальше идут луды, очень много. Это направление на восток, юго-восток. Вот. Вот там подальше, в центре, на горизонте, это Столбиха остров, радио 01112, на котором я был позавчера. Чуть правее его смешное название — мыс Толстик. И там видны камни. Сейчас еще отлив не закончился. Когда будет полностью отлив, там обнажится литераль очень большая. Она практически этот проход закроет. А завтра мне идти через эту литераль, оставив левее остров Столбиха. И еще километров 12 прямо там на горизонте. Куба Попова. Вот там есть радио 0265. Там же рядом северо-восточная часть острова Олени. Это радио 01113. В общем, где я остановлюсь, я еще не решил. Остров Зеленая Луна. Вот это направление на запад. Там вот будет проход. Завтра буду проходить. Поселок Гребина приблизительно в том направлении километров 7-8. А это Гребинская губа. Остров Зеленая Луна. Радио 02-63.